12 сентября в 11:00 в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной состоится второй фестиваль волейбола. Главные призы между собой разыграют 32 команды общеобразовательных школ округа, в которых введен третий урок физкультуры для занятий волейболом. Уже прошла жеребьевка, которую провели волейболистки команды «Заречье» Одинцова. С итоговой групповой сеткой можно ознакомиться на официальном сайте парка. Команды, занявшие по итогам турнира с 1 по 9 место, награждаются кубками и дипломами.